И всем привет, меня зовут Риц, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Платформа 8. Много необычная игра для моего канала, непривычная для всех визуально новелла, но так или иначе это игра в жанре психологический хоррор, или можно просто назвать хоррор под названием Платформа 8, как я уже в принципе и сказал. Я думал, что многие, наверное, уже наслышаны про вот этот новый жанр, который вышел. Ну не то что жанр, конечно, вот эти игры все про, например, выход номер 8, с чего все началось, и множество разных, ну, не то что пародий, просто, так скажем, игр в подобном стиле, где надо проходить 8 этажей, 8 комнат, 8 вагонов, как мы будем, видимо, это здесь сделать. Так что я думаю, объяснять, в принципе, не надо, как здесь все работает, правила и так ясны для всех. А перед началом видео хотел бы порекомендовать вам сервис донатов.нет. Устали от постоянных неудач в ваших баннерах? Выпадает не тот персонаж, которого вы хотели получить? Не беда, с помощью донатов.нет можно с легкостью пополнить ваш счет в самых разных играх на любой вкус и по выгодным и доступным ценам, будь то Honkai Star Rail, Genshin Impact или же новенькая Вува. А также при регистрации по моей ссылке, которая находится в описании под этим видео, получите купон, который даст вам скидку на первую покупку. Всем приятного пользования! Также не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, поставить лайк под это видео, если вам понравится. Не забудьте также подписаться на мои социальные сети, которые вы можете найти в описании. Ну а в принципе можем начинать тогда, да? Так, я никогда лично раньше не играл в подобные игры, но я видел прохождение первой игры, вот это выход номер 8. Но сам я играю в такое впервые, поэтому будет интересно попробовать, что вообще здесь такое. Что тут вообще, в принципе, происходит? Так, ну, как говорится, аномалии надо искать, правильно? Я предположу, что вот все, что мы сейчас видим, это нормальное состояние этого вагона. Так что, я думаю, можно пройти дальше. Можно будет... Как, где написано, кстати, какой здесь вообще, где прогресс? Как открыть? Так, открывайте. Вот куда я... Где я сейчас нахожусь? Я нахожусь в каком вагоне? Мужик вроде сидит, да? Мужик сидит в телефоне, с чемоданом, лысый. Вроде все норм, да? Вот эти объявления еще... Я не знаю, тут правда, я буквально только зашел, я не в курсе, что тут вообще... Какие здесь могут быть изменения? Ну, бреется мужик, что-то там... Лошадь какая-то... Вот понять бы, где я нахожусь сейчас. Пока что я просто не вижу отличий. Вроде все... Все одинаково. Даже не написано, вот, допустим, где 8. Что 8 должно быть? Чего должно быть 8? Или, может, только начало? Может, здесь ничего не должно быть? А вот черт его знает. Черт его знает. Я хочу хотя бы какое-нибудь изменение... Не увидеть, не... Так, ну это явно... Явно не просто так, я пойду обратно, пожалуй. Нет? А, не пускает меня обратно? Ладно, мне нужно идти вперед тогда. Мужик, не прыгай только на меня. Все нормально. Я пойду, никто не против, надеюсь. Что-то странное, да? Что-то слегка странное, да? Слегонца странное. Подожди, обратно я пойти не могу, да? Там все точно такой же мужик, да? Все нормально. Я просто впервые попал на этот рейс, я не знаю. Куда мы вообще едем? Ну хорошо, я предположу, что мне надо просто идти. Давайте просто как настоящий Сигма пойдем, не обращая внимания ни на кого. Никто меня не собирается убивать здесь пока что. Обычный день в поезде. Так, что-то у меня подгрузилось. А, вот, что-то появилось, да? У меня что-то подгрузилось. Я вижу, что-то написано. Так, не... Ну это... Стоп, подожди. Здравствуйте, вы кто? Не пугайте меня. Тише. Подожди, я не понял. Стой, верните меня обратно. Я не хочу, отпустите меня, я не хочу. Меня уже напугали. Можно мне обратно пойти? Я не хочу дальше идти.
Ладно, ничего не боимся, ничего не боимся. Так и должно быть, так и должно быть. Смотрю по сторонам, мужик. Мужик до сих пор в телефоне, его вообще понаплевать. Он просто едет на работу, хотя или с работы наоборот. Ну ладно, это не мои проблемы. Нос чешется, не к добру. Нос чешется не к добру. Так, всем привет. Опа, я что-то видел, там что-то... Кто открывает дверь? А, это она сломалась у вас. У вас дверь сломана, почините. У вас дверь сломана. Тут никого нет в проходе? Мужик, ты чё встал? Ты чё встал, мужик? Чё у тебя руки красные? Чё... Я твоего лица не вижу. Страшно. Что это было? Подожди, что это было? Пустите меня. Что это было, мужик? Куда ты... The fuck? Извините. Извините, а почему я на этого мужика сел? Что происходит? Почему я на этого... Я не хочу на этого мужика садиться. Зачем я сажусь? Хай. Что делаете, мистер? Какой-то мыльный. А он четкий стал. Так, ну ладно. Я могу где угодно сесть. Вот тогда. Ну ладно, посидим. Посидим на дорожку, да? Почему бы и нет? Ладно, у меня нет столько времени, чтобы сидеть. Я бы, конечно, посидел с вами. Всеми клонами, которые здесь находятся. Но нет, я пойду дальше. Я пойду по своим делам. Надеюсь, никто не против. Не, ну мужик, конечно... Это какая-то необычная игра, стойте. Потому что я знаю, что надо искать аномалии, но здесь везде аномалии, по сути. Здесь везде аномалии. Как мне отличить аномалию... Аномалию от другой аномалии? И как мне... предотвратить всю вот эту, блин, катавасию? Никак? Мне надо просто идти. Мужик, ну может ты со мной пойдешь? Не хочешь? Не хочешь со мной идти? Ну ладно, чё? Ладно, я не самый привлекательный, конечно. Не самый обаятельный. Я думал, хоть один друг у меня будет в этом вагоне, блин. Блин, в вагоне, блин. Ну ладно, я пойду дальше. Когда-нибудь я дойду до своего места назначения. Обязательно. Всем привет. Опа, что на полу лежит? 894. 894. 8 право, 9... Право, лево, 894. Право, лево, право. 894. Что значит, подожди. Стой. Может, надо, типа, 8 вправо, 9 лево, 4 влево, 4 вправо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4. Не, по-моему, не все так очевидно. Какая-то сверху кнопочка написана. Нарисована, точнее. 8, 9, 4, да? Хорошо. Окей, тогда... пустите меня, меня не пускают. Может, назад можно пойти? Не, не пускают. Так, это головоломка. Видимо, структура этих игр поменялась внезапно. Я думал, что я приду, типа, я уже знаю правила игры, а в итоге нет. Ну-ка, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. Ай. Нет? Что произошло? Не пускают. Мне нужно на какую-то табуретку сесть, что ли? Или подожди. Раз, два, три. А, может быть так надо? Может быть стрелочками? Типа камеру мотает?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. И чё? Я не понимаю, я не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. Ничего не происходит. Или нужно по ручкам, или нужно по ручкам считать. Что это значит вообще? Что это такое? Что за... Это типа две... Не понял. Сложно. Может быть, какая-то вот эта вот штучка, держалка. Мужик, поможешь мне? Я просто не понимаю, что здесь происходит. Выпустите меня отсюда. Это надолго. Так, хорошо, давайте тогда... Что вот это сверху? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Может, надо присесть? Нет. А, what the fuck, помогите мне, тут больше ничего нет. Куда можно что-нибудь ввести? Куда можно что-то... Я сейчас, блин, выйду в интернет с этим вопросом. Что мне делать надо, бля? Я не думал, что будет так сложно. Я, кажется, понял. Надо, видимо, 8 раз. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо постучаться в двери. Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И четыре раза туда. Ура! Есть контакт. Блин, я-то думал, что это такое, это двери. Ну, логично, кстати, блин, что... Пипец. Что так сложно? Чё говорите? Кто-то может спросить помощи? Сумасен! Я не могу назад пойти. Кто там? Кто там? Я не доверяю незнакомым. И чё? Я вот одного не пойму. Как мне проходить эту игру вообще? Я просто не понимаю, тут вообще я могу пройти эту игру или нет? Просто тут как бы аномалии появляются, но ничего с ними не могу сделать, я не могу вернуться обратно. Потому что в привычной игре, как бы, сами помните, что... Что было в оригинальной игре. То есть ты это... Как бы ходишь, если видишь аномалию, то... То ты просто... Просто идешь вперед. Но тут ты просто как бы проходишь и все. Видимо... А, мне нельзя пройти? А меня не пустите, да? Вы меня не пустите, хорошо. Так, мужики, что с вами делать надо? Мужики, а вы что сидите? А мне сесть с вами? Я посижу. Кого ждем? Кого ждем? А все, дверь открылась, да? Всем пока. Пока, ребят. What the fuck? Нет! Чит! Жесть, тряхнула-то как, а? Жестко тряхнула. Нос чешется опять. Напряжение
нарастая, да? Или что получается? Может быть... Может быть, суть... Подожди, я уже это видел. Или нет? Потому что как бы я постоянно, как будто, не знаю, хожу по кругу, а чё я не... У меня, по-моему, прогресса никакого нет абсолютно. Толку, что я хожу по кругу? Мне кажется, я просто сейчас собираю аномалии и все. Я просто собираю аномалии и все. Да даже никакого гайда я не понимаю, что происходит. Хотя бы, не знаю, намек какой-нибудь дали бы. Ну, правильно я что-то делаю или нет? Вот мне показывают штучки эти, ну и что с того? Я чувствую себя дураком каким-то, если честно. Я думал, сейчас зайду и все будет легко, но в итоге нифига не легко. Так, что-то загрузило, сейчас меня убьют. Мужик, ты меня убьешь? Или кто меня убьет? Ой. Ой. А фак. Блин, страшно. Страшно, пипец. Короче, меня не выпустят отсюда, да? Я здесь навеки вечный узник. Ну ладно. Я не против. Если такова воля игры, я, в принципе, что могу поделать, правильно? Может быть, тут как-то, я не знаю, может быть, что-то тут надо тыкнуть куда-нибудь? Я пока что просто иду и все аномалии собираю буквально. Мне кажется, выхода нет. Куда мужик пропал? Бля, нет, нет! Нет! Встань. Возможно, в общем, знаете, я понял. Может быть, суть в том, что мне надо пережить все аномалии. Женщина, с вами все в порядке? Женщина, встань, не убивайте меня! Ай, блин! Коза, как я же бежал! Ух, ну игра, все, спидран пошел. Блядь, не дамся никому! Все, я понял, игра меня душить начала. Короче, да, суть в том, что надо просто пережить. Надо просто пережить, спидран пошел. Никому не дамся. Никому не дамся. Я че? Да фак. Жесть. Ой, тону! Не тони. Тут, слышите это? Я не смотрю назад. Меня этим просто не возьмешь. И что ты хочешь от меня? Бля, что с тобой делать? Не надо! Не надо! Не, нечестно! Нечестно! Ветерок подул.
Так, я справлюсь, я справлюсь. Мужик, ты чё? Мужик, может это? Мужик, с тобой все в порядке? Может тебе как-то это? Ну просто, я с тобой, я точно не хочу разговаривать. Может такой, присядь, мужик, присядь. Блин, чудик, а? Чудик. Тот... Ой, там... Руки красные. Руки краснее, красные, красные, красные. Так, живем. Бля, нет, я туда не пойду. Или надо туда идти? Я обманул его. Не ломайте стекла. Блин, хулиганы, вандалы. Хулиганье. Не двигайся, когда... Короче, написано, не двигайся, когда светло, я понял. Это типа красный и зеленый свет. Опять эти корейцы, блин, напридумывали. Я знаю, как в это играть. Какая-то школьница стоит, блин. Дети самые страшные в таких играх. Девочка, иди. Иди отсюда, девочка. Ух. Что вот это значит, я не понимаю. Они что-то говорят, типа, искать? Я понял. Надо, короче... Все, тут написано, короче, не идти дальше, пока аномалия не будет, типа, не пропадет. А где аномалия? Надо найти аномалию где-то. Фу, ну блин, напряг, конечно, я, блин, весь вспотел уже. Так, а что есть аномалия? Что есть аномалия? Так, мне нужно найти аномалию. Так, найти аномалию. А как мне это самое? Что я могу сделать с аномалией? Я могу как-то ее, знаю, выгнать? Блин, вот как понять, что я сделал что-то с аномалией или нет? Так, вот я включил курсор специально, чтобы понимать, куда я тыкаю вообще. Найди аномалию. Найди аномалию. Мужик, может ты аномалия? Я тыкаю куда-нибудь. Может твоя лысина? Мне кажется, твоя лысина это аномалия, не? С такой плешью, блин, анимешка какая-то. Может анимешка аномалия? Назад я пойти не могу.
Блин, ну вот хрен его поймешь, да, что вообще меняется. Так, что из этого аномалия, бро, что из этого аномалия? А, я вижу. А, все, я понял. Надо с обеих сторон смотреть. Так, а тут что? Тут ничего нет? А, все, пропало, да? Ура. Есть контакт. Есть контакт. Фух, прогресс есть. Прогресс налицо. Только не мне. Только не мне. Ладно. Не будем торопиться, не будем торопиться. Желтые штучки тоже надо учитывать. А, вот опять. Найди аномалию. Найди аномалию. Ищу. Ищу. Пока ничего не вижу. Лампочки. Так, тут нормально все, тут нормально все. Тут нормально. Ага. Вы чудики ненормальные. Все, изи. Изи. Че ты... Че, блин, страшная девочка. Че ты мне хочешь? Найди меня. Ну тут как бы особо места нет, да, где спрятаться можно? Как бы прятаться-то особо негде. Может быть, снаружи где-то? А what the fuck, ты что делаешь? Девочка, так нельзя. Нельзя баловаться так. Нельзя снаружи находиться в поезде. Это опасно для жизни. Я чувствую свою доминацию над игрой. Я уже чувствую, как я... Так, еще одна аномалия. Так, сразу смотрим. Верхние постеры. Эти постеры. Нет, уберите, уберите. Страшилка. Нет, женщина. Да как? Блин, как? Почему? Вот что я сделал не так? Что с этой женщиной не так? Ох уж эти, блин, женщины, я не знаю. Ох уж эти женщины. Так. Беги, 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 бро! Так, я смог. Одна женщина позади. Так, туманчик. Так, и чё? Пустите. Пустите. Пустите меня. Ну, это не моя станция явно. Я не хочу выходить. Я с мужиком присяду. А, все, поехали. Мужик, ты не против, я посижу с тобой. Блин, вот этот мужик постоянно здесь, да? Он вообще, блин, как его, как он ничего не боится? Бесстрашный храбрец.
бесстрашный. Так, ну поехали дальше, поехали дальше. Нет, я тебе не доверяю. Я в прошлый раз умер здесь. Я в прошлый раз здесь умер. Рой, я не открою. Тут никого нет. Ну, что мне с тобой делать? Я посижу. Ух, мужик, как дела на работе? А, все, он пропал. Ладно, спасибо, мужик, спасибо. Что выслушали, я пошел дальше. Так, люди, мне надо мимо них пройти. Главное не удариться ни в кого. Блин, змейка какая-то. Так, ребята, я мимо прохожу. Ну, вы стрёмные, конечно, все. Желаю вам удачи доехать до своей станции. Я пошел дальше. Я уже близок, я чувствую. Я чувствую, как я уже почти на своей станции. Привет, бро, че снимаешь? Не попозировать? Че снимаешь? Камеру убрал! Смотрите, видите? В отражении он нормально сидит, а здесь... Ух ты, блин, ну аномалия поганая. Че снимаешь, блин? Тебе камеру сломаю. Мне запрещено фоткать. Так, тут чё? Уф. Так, а с тобой чё делать надо, я забыл. Так, а чё с тобой делать надо? Я подожду. В прошлый раз ты меня убил вообще. Что мне с тобой делать? Вот, давайте предположим... А что можно предположить на этой ситуации? Блядь. Ничего нельзя предположить, я не понимаю, что делать надо. Может, на него смотреть не надо? Бля, what the fuck? Так, аномалия. Сразу ищем аномалию. Опа, я вижу. Рот открыла. Вот, блин, пока что самое сложное — это вот та женщина, которая слева стоит. Опять ты. Окей. Так. Так. О, бежу. Блин, прикиньте, две самые сложные аномалии. Так. Все, игра началась? Две самые сложные аномалии подряд. Изи. Ну все, этот ран точно сейчас пройдем. Сейчас пройдем, я чувствую. Я чувствую победу. Чувствую победу. Две самые сложные аномалии сразу одолели. Изи. Две самые сложные аномалии. Я горжусь собой. Я собой горжусь. Так, тебя, мужик, по-моему, надо просто пробежать, да?
Тебе надо просто пробежать. Давай, выходи, выходи со мной на честный бой, безголовый козел. Ух. Мне чуть-чуть осталось, я скоро приеду на свою станцию. Ты не помеха. Ты мне не помеха. Я столько всякого прошел на пути своем. Какой-то мужик мне нипочем, безголовый. Нет, подожди, подожди, убери руку, убери руку. Блин, ну, валим отсюда, валим. Осталось чуть-чуть. Так, тут за мной сзади. Так, идем, не оборачиваемся. Главное не оборачиваться. Что бы там ни было, я не хочу заново проходить. Просто бежи, 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 бежи. Моя станция? Я приехал? Какая станция? Я приехал! Мужик, это моя станция? Сюда! Сюда! О нет, я кажется, я знаю, куда я приду. Я знаю, куда я приду. Нет. Нет, я знаю, куда я пришел. Нет. Смешная, смешная отсылка. Смешная отсылка. Отсюда невозможно выбраться, отсюда невозможно выбраться. Не, ну прикольно, конечно, прикольно. Ну такая простенькая, знаете, игрушка простенькая. Не знаю, на самом деле, я, считайте, по сути, я играл, ну не играл в первую вот эту, вот этот выход 8. Я только вот в эту поиграл. А выход 8, там как раз таки был первоначальный концепт, где надо было... Искать аномалию, и в случае аномалии надо искать различия между обычным, обыкновенным местом. Надо добраться до 8 этажа. А тут надо чисто проходить испытания, то есть тут надо пытаться их решить. Нет, бро, я, пожалуй, посижу, дождусь своей остановки, но в другой раз, в другой раз. Я просто подожду, не надо никуда спешить, рано или поздно все равно приедем. Правильно, правильно. А на этом я, пожалуй, закончу сегодняшнее видео. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые находитесь. Оставьте ваши комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на мои социальные сети, которые находятся в описании. В описании также много, в принципе, ссылок, которые вы можете потыкать полезных. И, в принципе, на этом все. Спасибо еще раз большое за просмотр. До скорых встреч всем и пока.